Голубой ковер. Таджикское сказание. Читает Александр Водяной. В Таджикистане жил один бедняк по имени Рахим. С утра до ночи работал он на знойном байском поле. За это в день он получал от бая кувшин воды и 3 лепешки. Вот этим вся семья кормилась. Жена и дочь, и сам Рахим. Только ветхий домик, да самотканный голубой ковер его богатством были. Нигде, не только в кишлаке родимом, но даже и во всем Таджикистане еще такого не было ковра. И люди говорили, что этот голубой ковер был выткан руками прапрабабушки Рахима. Она его ткала до самой смерти и, умирая, детям говорила: «Храните, дети, голубой ковер, из рода в род его передавайте. Тому, в чьем доме будет он храниться, он счастье принесет, и мир, и радость». И он, Рахим, хранил его все годы. И легче бы самой расстался жизнью, чем с драгоценным голубым ковром. Однажды бай, про тот ковер услышав, призвал к себе Рахима и сказал: «Рахим, отдай мне свой ковер чудесный. Тебе при бедности ковер не нужен? Ну как тебе свое отдам я счастье?» — сказал Рахим. «К чему оно тебе? Ведь ты так богат, ты все имеешь, а у меня один ковер остался, и он мне жизнь и бедность украшает. Нет, бай, я не отдам тебе ковра». Прогнал Рахима бай, рассвирепевший. И с той поры Рахим все меньше хлеба, воды все меньше приносил домой. И стало голодно в дому Рахима. И голод вынудил Рахима выйти зарею в поле байское. «Послушай!» — он крикнул полю. «Это я, Рахим. Ведь мы уже давно друг друга знаем. Так дай же мне земли немного, поле, и ты спасешь мою семью от смерти». «Рахим!» — со вздохом поле отвечала. «Лишь ты один с утра до темной ночи трудился надо мной, копал и сеял. Возьми же, Рахим, возьми земли немного, она тебе принадлежит по праву». Рахим землей наполнил 2 мешка и у порога дома своего он землю высыпал и разровнял, и появилось маленькое поле. Потом Рахим пошел к пшенице байской. «Послушай!» — закричал Рахим пшенице. «Ведь я с утра до темной ночи тебя выхаживал, тебя лелеял. Так дай, пшеница, мне немного зерен,
и ты спасешь мою семью от смерти». Ему в ответ пшеница зашептала: «Я помню, как весной сошла я в землю из рук твоих. Как хорошо мне было! Возьми, Шрахим, возьми немного зерен». И два пучка колосьев он сорвал, и маленькое поле у порога засеял. Потом Рахим пошел к Арыку. «Арык, ведь мы с тобой давно знакомы. Скажи, не дашь ли мне воды немного? Водой полью я маленькое поле, и ты спасешь мою семью от смерти». «Рахим», — ему в ответ журчит Арык, «вся жизнь твоя с моей не разлучалась. Возьми же, старый друг, свои кувшины, наполни их моей водою свежей». Рахим водой наполнил два кувшина, домой отнес их и посев свой полил. И не прошло двух лун, как у порога пшеница золотая зашумела. И напекла жена лепешек вкусных, и стала радостнее, и светлее, как будто солнце в домике взошло. В то время Бай свои владения, свои поля, арыки обходил. У края поля небольшую яму увидел он и побелел от злости. И дальше полем Бай пошел, и видит, в его пшенице не хватает двух пучков колосьев. Кипя от злобы, он идет к Арыку и видит, что воды в нем меньше стало. Тут догадался разъяренный Бай, и побежал он к домику Рахима. «Так это ты мое зерно похитил, и на моей земле его посеял, и вырастил его моей водою. Так поступлю с тобою по закону. Я посажу тебя в тюрьму, негодник. Я отберу твой голубой ковер». И он ковер снял со стены. Он слуг позвал послушных. Они схватили бедного Рахима и бросили его в тюрьму. И долго там сидел он. Наконец, пред ним открылись двери. И, ослепленный ярким светом солнца, к родному домику побрел Рахим. И что же видит он? Пустое место, засыпанное щебнем, сором, битым саманным кирпичом. Стоит Рахим, стоит, не веря собственным глазам, откуда тихо льются слезы. И сказали ему соседи, что жена его давно уже умерла, что дочь ушла, куда, о том никто не знает, что голубой ковер висит у Бая, и полон дом его веселья, счастья. И с сердцем полным горечи и гнева Рахим воскликнул: «Слушайте, дихкани, нет у меня ни дома, ни семьи. Все отобрали байские законы. Так от людей я ухожу навеки. Прощайте и забудьте о Рахиме». И он ушел. Он пересек страну, пески пустыни.
и поднялся в горы. Там, в пещере, вдали от всех, остался жить Рахим. И много лет один в горах он прожил. Орлы делили с ним свою добычу, и козы дикие, со скал сбегая, давали молоко ему. Однажды на заре он был разбужен подземными ударами. Вокруг земля стонала, скалы содрогались, и вдруг они на части раскололись и рухнули в зияющую пропасть. И тут Рахим людей увидел. Это они взрывали скалы. В сильном гневе вскочил Рахим, бежать готовясь в горы, подальше, вглубь, чтобы людей не видеть. Но вдруг случайно бросил взгляд в долину, недавно заслоненную горами. Взглянул и вскрикнул. Перед ним внизу, где прежде мертвые пески желтели, лежал огромный голубой ковер. Сойдя в долину, увидел он, как хороша земля. Пшеница колосилась на полях, сады благоухали. И полон изумления все дальше идет Рахим. Вот, наконец, он видит родной Кишлак. Кругом цветы и зелень, богатство, чистота, дома большие. В один из них войдя, он вдруг увидел свой голубой ковер. На нем играли, резвились, пели маленькие дети. Так мой ковер у Бая отобрали, и слезы потекли из глаз Рахима. «Чего ты плачешь, старый человек?» — спросили дети у него. «Я плачу от радости», — ответил им Рахим. «Случилось что-то с нашей землею. Так вы скажите, дети, что случилось?» И дети подвели Рахима к дому Бая, и там увидел он женщину одну. И вдруг узнал пропавшую когда-то дочь свою, и дочь отца узнала. И дочь пошла и созвала гостей, всех-всех дихкан, и женщин, и мужчин, и молодых, и старых. Усадила их на ковры, и каждый ел и пил, приветствуя Рахима. Потом один из них, певец известный, схватил свою дутару и ударил по серебристым струнам и запел. Шумят сады над светлым Заравшаном, в зеленый шелк одета вся земля. Проходит караван за караваном, поют арыки, шелестят поля. Великий ветер знамя развивает, народ свободен, счастлив и силен, и словно горная заря сияет, над нами новый радостный закон. Так пел певец. Когда же он кончил песню, Рахим опять заплакал. «Что ты плачешь?» «Я плачу от обиды, от стыда, что не был я все эти годы с вами. Но кто же тот великий из великих, что дал народам радостный закон?»
Ты прав, отец. Великий из великих дал людям этот радостный закон. Мы счастливы, что с этим человеком в одно живем мы время. Он другу своему, тому, кто ныне в мраморной могиле лежит на Красной площади, дал клятву. И он сдержал ее, вот эту клятву. Отец, ведь это он ковер чудесный у Бая отобрал и возвратил нам. Нет-нет, отец, не только нам. Он роздал всем дихканам-беднякам тот голубой ковер, дающий счастье. Он с нами в песнях наших. Над колыбелью наклонившись, мать о нем поет младенцу. Караван идет пустыней, хлопком нагруженный. Качаясь на верблюдах, 100 таджиков по-своему поют 100 разных песен. Но только песни эти, все о нем. 100 человек поют одну лишь песню. Так пусть же будет счастлив тот навеки, кто первый произнес нам это имя. Отец мой, слышишь, кто принес нам в горы, кто первый нам промолвил слово, Сталин.